Здорово, народ! И сегодня в рубрике «Время охуительных историй» будет рассказ про недалеких директорах, которые не знают, что такое IT, как важен сотрудники IT, как важны квалифицированные сотрудники IT для компании, а тем более для большой компании. И про рукожопых админов. Как же без них? Везде есть рукожопы и админы. Ситуация эта была, наверное, года 2,5 назад, а то и 3. Попросили меня посмотреть одну контору. Там что-то у них все разваливалось, что-то отваливалось, что-то постоянно не работало. И был там один рукожопый админ, назовем его Алешка. Так вот, этот Алешка попросил посмотреть контроллер домена, потому что там постоянно отваливалась авторизация, были проблемы с DNS-ом. Ну а как вы все знаете, в нормальных АД DNS интегрирован в АД, отсюда были все проблемы. То есть были проблемы с авторизацией, были проблемы с распознаванием хостов. Значит, я подключился, начал смотреть, валились ошибки, к обращению к АД не было некоторых записей в DNS, что касается записей АД, записей служб, записей серверов АД. Начал смотреть ошибки, начал гуглить по кодам, выяснил, что повреждена сама база АД. Еще там был Exchange на этом же сервере, и были проблемы с Exchange, он не запускался. При всем при этом базы Exchange лежали на шифрованном диске, а шифрование было каким-то open-source продуктом, плюс ко всему. И сам этот сервер не очень хорошо себя чувствовал и при загрузке загружался минут 20, потому что из этого шифрованного диска. Так вот, выяснил я, что повреждена АД, повреждены файлы с АД, именно сама база. Что надо было сделать? Я остановил службу АД, прошелся по ним специальной утилитой, которая ESEutil, такая же, которая исправляет базы данных Exchange. Она пофиксила там все, исправила все ошибки. После этого АД нормально стартовала, перестала сыпаться, перестала валиться с ошибками. С помощью команд по исправлению записи в DNS я исправил все записи в каталоге MSDCs. После этого АД еще лучше заработала, в штатном режиме, так скажем. И большинство проблем ушло. Не помню, сколько я стрелял за это, не суть. Какое-то количество денег он мне заплатил тогда. Все, с этим на этот вопрос этот решили. Проходит, наверное, полгода. Пишет опять мне этот Алешка. Говорит, у нас тут проблемы с инетом. У нас все отвалилось. А в качестве шлюза у них использовалось Warfront TMG 2016. Или сервер. Нет, Warfront TMG у них использовался. Я подключаюсь, смотрю, там у них полный анал-карнавал. В плане того, что у них между офисами, здание офиса у них находились через дорогу, был сделан Wi-Fi мост на скорости 54К. 54 мегабита. Что-то я загнул 54К. Плюс там файловые сервера, еще какие-то сервера. Разные сервера находились в разных зданиях. Основной офис был в основном здании. Шлюз в интернет стоял в другом здании. Там вообще здание какого-то завода было. Там пропускной режим, что-то еще. И
вся проблема заключалась в том, что люди через этот Wi-Fi мост ходили в интернет. Ну, я приехал, начал ковырять. Ребят, ну, хотите, сейчас сделаю. Там, за пару часов. 5 рублей платите. Чувак 5 рублей зажал. Значит, проблема была в том, что TMG у них стояла триальная версия, trial, пробная, пробный период закончился, 180 дней прошел. Как выяснилось, Алешка не умеет читать даже логи, все слоги, ну не все слоги, а в журналах. И он не увидел, что триальная версия у них закончилась. А у них там тоже такой геморрой был. ТМГшечка это одним кабелем смотрел, ну, естественно, в свою сеть, а вторым в провайдера. А помимо провайдера, там еще был какой-то зухолевский роутер. Как-то он там по-хитрому работал, потому что рукожоп Алешка не мог нормально настроить проброс портов для клиент-банка. И поэтому бухгалтерия у них ходила через специальный Wi-Fi, который на этом зухолевском роутере был напрямую в провайдера выкинут. В общем, анал-карнавал еще тот. Вот вам наглядный пример рукожопости админов. Это потом еще, как мне, так, небольшое отступление, небольшое, так сказать, портрет этого Алешки, как мне рассказывали там его бывшие коллеги. Ну, а что ты, говорит, хочешь? Он ходил только в бухгалтерию и чпокал там бухгалтер постоянно. То одну, то другую чпокнет. При том, что у Алешки есть ребенок, за который он не платит алименты. Это вот, представляете картину себе такого вот админа. Какая у него социальная ответственность, какая у него ответственность перед его работодателем, нанимателем. Так вот, пофиксили, значит, всю эту фигню, там исправили, проходит еще какое-то время, Алешка говорит, давай, тут надо аудит провести. Я там встретился уже с руководством, с его, пообщался с их директором, пообщался с куратором, который отвечает за часть IT, там барышня такая ей, так, немножко за 30, ближе к 40, такая барышня тоже не нагулявшаяся, по вечеринкам там туда-сюда, по корпоративам, любит залиться, ну, примерно представляете. Помимо Алешки там еще работало два человека. Достаточно длительное время. Люди крайне неквалифицированные. Занимались тем, что, ну, грубо говоря, эникейщики, которые ходят, меняют картриджи и помогают устанавливать офис на компьютеры. Помогают решать проблемы какие-то там, у кого-то что-то не открывается. Ну, в общем, и не кейщик самой низкой квалификации. Проходит какое-то время, говорит, давай, говорит, надо аудит сделать. Я вот тут настаиваю, надо сделать аудит. Почему у нас ничего не работает? Я встретился с руководством, мы все это обсудили, я прошел, посмотрел их сервера, сделал аудит. Но, говорит, ты мне, говорит, за этот аудит денег откатишь. Я говорю, ну ладно, без базара, там 10% я тебе откачу. Написал я там бумагу, описал сильные и слабые стороны. Отправил бумагу руководству, они там все это, что-то там обсудили. Еще что-то. В общем, заплатили мне за это тридцатник, откатил я ему трешку за эту работу. Проходит какое-то время, там созванивается со мной один из менеджеров отдела маркетинга, вот, маркетинга и рекламы. Барышня такая с фамилией представителей малого народа, догадывайтесь, наверное, какого народа,
которые не выговаривают слово кукуруза. Я с ней встретился, пообщался. Проблема была в телефонии. Ей, ее и отдел не устраивало, как у них работает телефония. Телефония была завязана на СИП. Плюс к этому ко всему, СИП у них работал через одно место. По-моему, вообще через USB-свисток. И была какая-то кривая интеграция с IP-PBS. Какая-то такая, ну, может быть, она где-то и известная, но у нас она в айтишной среде не очень распространена. В основном она продается к их CRM-ке. CRM-ка, сейчас не вспомню, ну, неважно. В общем, какая-то CRM-ка у них там. И к этой CRM-ке им впарили эту IP-PBS-ку. Я приехал, посмотрел, провел анализ, посмотрел, что у них полная жопа, что у них вся телефония сделана в основном на аналоге. Аналог завязан там на какую-то тоже телефонию. Как-то все это криво сделано, SIP туда привязать нереально почти. При том, что порты у них привязаны к зданию, которое они арендуют, и сами они там ничего делать не могут. Ни СКС класть, ни как-то перестраивать порты. Все это по заявке, за отдельные деньги, за каждый порт там сколько-то они платят. Полная задница. Короче, я все это изложил на бумаге в отдельном документе и отправил это этому человеку. Также мне за это заплатили тоже, по-моему, около 30-ки. Также я этому Алешке отстегнул 10%, если я не ошибаюсь. И все это время у них там были какие-то проблемы с инфраструктурой. Я им так поскольку помогал. Советами различными, ну там, посмотреть что-нибудь еще, поковырять. Ну так как товарно-денежные отношения у меня с ними уже пошли, я начал оттуда получать прибыль, я начал повышать лояльность клиента. И тут мне звонит вот этот вот куратор их не пойти части, ихняя вот эта вот барышня средних лет. Говорит, что все, мы хотим этого Алешку уволить и взять другого админа. Я там говорю, ну вот, при чем здесь Алешка-то? Он вот пытается там, помогает, ну, просто не получается у него. Вот эти вот еще два инекещика, которые рукожопы, тоже ничего толком не могут сделать. Давайте там как-нибудь проведем какое-то обучение. Кто не в курсе, я сертифицированный тренер по Microsoft. Давайте, я говорю, какое-нибудь обучение проведу за деньги, там, расскажу им, что, как, куда, как правильно делать, попробую их научить за какое-то время. Моя идея не была там услышана, не была одобрена. Короче, увольняют они этого Алешку и берут другого Алешку. Только этому Алешке они уже платят зарплату 120 штук. Но на этом история не заканчивается, будет продолжение. История еще более такой захватывающий оборот примет. Значит, кому понравилось, ставят вот такие вот лойсы. Лойсы за продолжение. Будет много лойсов, будет много просмотров, будет продолжение. Увидимся с вами в продолжении, наверное. Пока.